слово для представления публичной декларации приоритетных целей и задач МЧС России на 2013 год предоставляется статс-секретарю, заместителю министра, доктору технических наук, профессору Артамонову Владимиру Сергеевичу. Пожалуйста. Публичная декларация целей и задач Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2013 год. Министерство осуществляет свою деятельность под руководством президента Российской Федерации, а также реализует решения правительства Российской Федерации. МЧС России выполняет широкий круг задач, которые основаны на государственной политике в области безопасности жизнедеятельности населения. Их реализация позволяет улучшить показатели социально-экономического развития государства и благополучия граждан. Работа наших специалистов, пожарных, спасателей, водолазов, кинологов, психологов и врачей обеспечивает минимальные риски для людей и социальной инфраструктуры. Там, где минимальные риски, туда идут инвестиции. Где инвестиции, там рост экономики, социальной сферы. МЧС России осуществляет профилактику, предупреждение чрезвычайных ситуаций и мероприятия по снижению рисков. Это позволяет год от года минимизировать потери. Наша главная цель – сохранить жизнь и здоровье людей, оказать помощь человеку, который оказался в беде. А наша главная задача – профилактика, предупреждение опасности и угроз и антикризисное управление. В 2012 году спасено более 214 тысяч человек на пожарах, при чрезвычайных ситуациях, авариях и катастрофах. Ликвидировано 136 крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и 96 крупных пожаров. Подразделения МЧС России реагировали на каждое второе дорожно-транспортное происшествие, и при этом оказана помощь более 150 тысячам человек. Количество пожаров снижено на 5600, что составляет 3,2%. Число погибших при них людей уменьшено на 393 человека, что составляет 3,3%. На водных объектах уменьшена гибель людей на 626 человек, это 10%. Количество происшествий сокращено на 863 или 12% от общей числа. Обезврежено на территории Российской Федерации свыше 40 тысяч взрывоопасных предметов. Из них 469 авиабомб, а также выполнен ряд других задач. Оказана материальная помощь свыше 160 тысячам человек. 695 семей получили дома и квартиры за счет государственных жилищных сертификатов. Построены и отремонтированы социально значимые объекты и жилье в зонах чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров в 26 регионах страны. В этом году МЧС России сохраняет позитивный тренд. Целенаправленно сокращаем количество пожаров, пострадавших и погибших, снижаем экономический ущерб. Первые месяцы этого года показали, что министерство реализует все задачи, поставленные президентом Российской Федерации, и востребовано обществом. МЧС России выполняет ряд важных задач в области безопасности жизнедеятельности, осуществляет оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и пожары, предпринимает меры по повышению эффективности системы реагирования и оказания помощи человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию. Внедряет новые подходы предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций. При повседневной оперативной жизни не забываем повышать уровень профессионализма наших специалистов. Результат – это время реагирования на чрезвычайные ситуации сокращается, что дает возможность спасти и сохранить миллионы жизней. МЧС России констатирует обеспечение прозрачности деятельности министерства для общества и каждого человека и является ориентиром для сотрудников ведомства и гражданина страны в целом. МЧС России продолжает внедрять современные технологии в решении вопросов безопасности, жизнедеятельности и пожарной безопасности. Выполняет мероприятия по сокращению времени реагирования и своевременному оказанию помощи населению. МЧС России осуществляет меры по внедрению современных подходов в контрольно-надзорную деятельность.
как важнейший элемент предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций и пожаров. Ведется работа по развитию страхования ответственности за причинение вреда вследствие аварии, пожара или чрезвычайной ситуации, а также упрощается система лицензирования. Созданы единые органы надзора в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, что снижает нагрузку с бизнес-сообщества. Повышается качество и прозрачность работы. Планируется введение публичной отчетности контрольно-надзорных органов об итогах проверок, а также о затраченных на их проведение ресурсах. Сокращается количество проверок в отношении объектов малого и среднего бизнеса в 10 раз. При этом внедряются современные простые формы процедуры подготовки деклараций пожарной безопасности. Внедряется независимая оценка рисков, в том числе с использованием сети интернет. МЧС России подтверждает реализацию плана создания в регионах аэромобильных пожарно-спасательных подразделений на базе действующих частей, что повысит эффективность экстренного реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации и пожары. Продолжается разработка авиационных технологий спасения людей, пожаротушения с воздуха, борьбы с наводнениями и другими чрезвычайными ситуациями с применением современных подходов. МЧС России стремится к тому, чтобы каждому пострадавшему гражданину России, вне зависимости от его местонахождения, была оказана необходимая помощь. МЧС России осуществляет меры по повышению готовности и эффективности применения сил и средств. В первую очередь это касается сотрудников, ежедневно заступающих на боевое дежурство. Увеличивает численность оперативных работников и улучшает их оснащенность современной экипировкой, техникой и оборудованием. Осуществляется переоснащение аварийных и пожарно-спасательных подразделений современной техникой и снаряжением. Внедряются современные подходы в реализации государственного оборонного заказа. Поставляются многофункциональные воздушные суда, эффективная техника различного назначения, а также пожарно-техническое вооружение, пожарно-спасательное оборудование, имущество, экипировка и средства индивидуальной защиты. Планируется повысить оснащенность сил РСЧС современной техникой. МЧС России уделяет особое внимание в этом году совершенствованию обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях. Оказывается всесторонняя помощь органам местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных объектах. МЧС России отмечает важную роль добровольной пожарной охраны в целях прикрытия отдаленных населенных пунктов сельской местности. В 2013 году усилия будут направлены на развитие и дальнейшее повышение готовности подразделений добровольной пожарной охраны, улучшение качества подготовки, оснащенности, обученности и готовности к действиям в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций. Добровольная пожарная охрана решает проблемы прикрытия населенных пунктов сельской местности, находящихся вне зон нормативного прибытия подразделений пожарной охраны. МЧС России считает, что социальная защита пожарных и спасателей – это приоритет работы. Для нас важны условия труда и жизни сотрудников. Выполняется социальное обязательство перед личным составом по новой системе денежного довольствия военнослужащих и сотрудников МЧС России. Продолжается работа по повышению социальной защищенности всех категорий сотрудников. Мы гарантируем повышение качественного уровня медицинского обслуживания и улучшение социально-экономического положения. МЧС России внедряет культуру безопасности жизнедеятельности населения. Развивается в тесном взаимодействии с руководителями регионов обучения населения и детей по вопросам безопасности жизнедеятельности. Обеспечивается единый курс основ безопасности жизнедеятельности для детей и молодежи. Повышается роль детско-юношеского движения «Школа безопасности». МЧС России подчеркивает приоритет деятельности по выполнению положений настоящей декларации
и будет продолжать постоянно представлять информацию о мерах по выполнению приоритетных мероприятий. МЧС России продолжит работу и активное взаимодействие с общественными институтами, средствами массовой информации и гражданами. Мы активны для сотрудничества и взаимодействия. С уважением воспринимаем предложения и рекомендации министерству и должностным лицам. Всегда делаем выводы и принимаем обоснованные решения. Мы обязуемся предпринять все усилия и оперативные меры с целью своевременного выполнения задач и достижения поставленных целей. Благодарю за внимание.